«Я напишу тебе письмо». Десятки муромских школьников доказали, что умеют общаться не только в социальных сетях и с помощью смс-сообщений. Сегодня памятные подарки вручали участникам всероссийского конкурса «Лучший урок письма». На церемонии награждения побывала наша съемочная группа. Вручили заслуженные награды, а заодно познакомились с работой почты, ее историей, научили правильно оформлять письма. Многое, что раньше казалось тайной за семью печатями, теперь стало ясным и понятным. Вообще, раньше для меня все это было тайной. Я не часто бываю на почте, но то, как эти письма приходят, то, как посылки сортируют, это все очень интересно. И все это за участие в конкурсе, ведь письма, написанные ребятами, были не просто формальностью. Они писали о том, что их действительно волновало. Писала письмо великому путешественнику Конюхову. О конкурсе узнала от учительницы русского языка Шишлиной Надежды Владимировны. Вот, решила написать письмо. Я хочу стать врачом, поэтому я написала губернатору Орловой это письмо. Я писала, что... о том, чтобы она открыла во Владимире медицинский институт. Всего свои таланты в эпистолярном жанре продемонстрировали более 140 ребят. И это только от Владимирской области. Пятеро из них – муромляне. Наши ребята были очень достойны. У них были очень интересные темы, и они так углубленно раскрывали это все в письмах. Такой конкурс не только возрождает культуру письма, но и помогает бережнее относиться к родному языку. Юлия Казакова, Александр Симонов, Новости Мурома.